Смотрите, покажу, на что способен Bitwig при работе с аудио. Я такими делами мало когда занимаюсь, но все же некоторые любят над сэмплами поработать. Вот слушаем, например, кусочек сэмпла. Это драмка, да, записанная с синтезатора Basel. Ну, вот такая тут звуки, да. Можно, конечно, ее слайсить. Slice and play, slice and repeat. Да? Но что еще можно делать? Вообще не затрагивать, то есть не надо резать этот файл. Сейчас покажу, что с помощью операторов сделать можно с ним. Смотрите сюда. Вот, остался один барабан. Уже техно пошло. Опачки, и 16. Вот и все. Так, дальше. Что еще можно сделать? Это фейдеры. Вот, вот и все. А можно еще сделать, вот, например, один раз оно будет играть, второй раз не играть. Но это относительно вот этого первого. То есть, если вот так вот сделать. О, если вот так вот сделать, я, кстати, так и делала. О, видите? Вот, а сейчас не играет, да? Это вот из-за этого оператора, вот. Можно сделать сколько угодно. То есть такие же любят штучки там делать, да? Например, вот сюда поставим. Прикольно, да? Ну и дальше извращаться уже как можно. У кого сколько есть фантазии. А дальше еще вот так вот. Или вот так вот можно. А можно вот так вот. Ну, прикольно, да?